На праздник Пятидесятницы, который христианский мир будет отмечать в воскресенье 12 июня, более 50 бывших англиканских клириков будут рукоположены в сан католических священников. Монсеньор Кит Ньютон, бывший англиканский епископ, который ныне возглавляет ординариат, говорит, что почти 1000 мирян также намерены перейти в католическую церковь за своими пастырями. Каждую неделю кто-то присылает письма или электронные сообщения, спрашивая, как они могут присоединиться к ординариату, сообщил Ньютон. Настоятель прихода, священник Марк Льюис, сказал, что присоединение прихода, который объединяет более 100 верующих, католической церкви станет мерой, направленной на то, чтобы исцелить рану, которая существовала между Римом и англиканским вероисповеданием в течение почти 500 лет.